Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про 268 вариант 4. Не так давно я его купил. Некоторые спрашивали, а когда я успел его выкачать. Но после Нового года, кто покупал коробки, у них осталось много голды. Плюс еще после этого была акция на перевод голды в свободку, и можно было получить очень много свободного опыта, за который я и выкачал 268 вариант 4. Поэтому на предыдущих танках этой ветки, восьмерки, девятки, я в принципе не играл. Да и в целом я не люблю ПТ без башни, хотя эта ветка якобы для ближнего боя, для врывов, активного геймплея. В целом 268 вариант 4 был понерфлен, и я не играл до этого. Якобы он был имбой, и все на нем веселились, нагибали. Как говорится, ПТ ОМОН, врывайся, нагибай. Я не сильно давно купил этот танк. Вначале я на нем играл более-менее аккуратно, но со временем чуть-чуть привык к этому корыту и начал играть более активно, поскольку броня все-таки позволяет. Танкует эта ПТшка очень хорошо, несмотря на то, что этой ПТшке нерфили броню тоже. Из особенностей, что я увидел в этой ПТшке, то что она довольно-таки неплохо ездит, подвижная такая телега. Пробитие очень хорошее, хватает пробивать все. Но вот точность и стабилизация паршивенькая. Лучше лишний раз досвестись, если есть время. Но стоять на одном месте тоже не стоит. На этой ПТшке нужно двигаться для того, чтобы танковать. Когда мне встречается 268 вариант 4, у меня не составляет труда пробивать это чудище, поскольку уязвимых зон хватает. Пробивается и планочка в виде лючка такая вот на голове. ВЛД тоже пробивается голдой, особенно если вы стоите чуть выше, там вообще легко пробивается. Также есть маленькая полосочка на НЛД, которая пробивается также. Для того, чтобы меньше пробивали в лючок и меньше пробивали в полосочку на НЛД, нужно качать этот танк. А для этого нужно ездить вперед-назад, как говорится, мансевать. Также еще не помешает ездить не просто вперед-назад, а по отношению к врагу немножко наискосок. Таким образом мы будем свои уязвимые зоны двигать при цели врага не только по вертикали, качая танк, но и по горизонтали, если будем ездить наискосок. Плюс у нас еще получится небольшой ромбик, сильно перекручивать тоже не стоит. Этот танк довольно-таки хорошо качается, поэтому раскачивание своих уязвимых зон поможет вам лишний раз танкануть. В принципе, играя против этой ПТшки, все время нужно ждать, пока она перестанет качаться, чтобы нормально стрельнуть. Либо нужно подгадывать такой момент, чтобы она выгодно к тебе наклонилась. Ну и когда вы на ней играете, тоже следует максимально дергаться, дрыкаться. Танкует очень добротно. Я начал на ней играть более активно, в принципе, мне понравилось. При том, что я вообще не люблю всякие там ПТ, без башни, вот это вот как-то вот не мое. Но этот танк вышел вполне сбалансированный. Также еще из замеченного мной, если против вас играют всякие танки фугасные, и вам так или иначе приходится с ними бодаться, воевать и продавливать фланги или сдерживать, то если вы будете стоять с ними в позиционке и будете размениваться выстрел на выстрел, то вы проиграете. Так или иначе, вам нужно давить их ДПМом и придется идти в размен и выкатываться на них целиком, так будет лучше. Даже если вы в меньшинстве, если вы будете просто стоять против фугасных танков, они вас задавят своим 100% нанесением урона. Если вы выкатитесь и будете разбирать их по ДПМу, так будет выгоднее. Даже если вы уже проигрываете, стоять в позиционках на этом танке против фугасников очень тяжело и смысла в этом никакого. На себе я это уже несколько раз проверил, поэтому против фугасных танков лучше просто ехать и ломать им лицо. Да и в принципе на этом танке следует играть как можно активнее, тем более когда вы находитесь в топе против восьмерок. Но опять же нужно врываться с умом, держать врагов на вытянутой руке, не нужно въезжать прям им на лицо и чтобы вас крутило вокруг несколько врагов. Так даже на этом танке вы сольетесь, хоть у него есть хорошая броня. В принципе танк добротный. Несмотря на то, что он понерфленный. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.